Всем здравствуйте, всем хорошего дня, хорошего утра, у кого что. Меня зовут Челебеева Анастасия, и мы с вами сегодня в прямом эфире. Обычно у нас прямые эфиры по вторникам. Сегодня, к сожалению, получились накладочки небольшие. В общем, эфир нам пришлось перенести на понедельник. Но я думаю, что это даже, в принципе, еще лучше. Будем начинать неделю с позитива, с интересных идей. Доброе утро! Сегодня у нас тема нашего эфира – это коллекция «Эгоизм», продолжение темы дизайнов с коллекцией «Эгоизм». Я вам обещала, что у нас будет неоднократный еще обзор по этой коллекции. И сегодня мы с вами поработаем с определенным небольшим количеством декораций. Специально подготовили такую тему, чтобы было интересней. Добрый день! Из солнечной Италии. Боже, как я вам завидую. Солнечная Италия. Так, переворачиваемся. Так, сейчас, секундочку, я телефон разверну. И мы начинаем с вами. Ну что, коллекция наша «Эгоизм», полюбившаяся всеми, всем. Давайте фильтр сразу я выключаю. Смотрю, фильтр начинает искажать. Коллекция «Эгоизм», полюбившаяся многим мастерам. На самом деле коллекция очень классная. Коллекция прям попала в десятку. Цвета и оттенки одни из самых востребованных как раз этой осенью. Есть и яркие, есть и более спокойные, есть и темные. То есть цвета, коллекция на любой вкус, на любого клиента. Коллекции у нас 8 оттенков. Неоднократно уже показывали эту коллекцию. Сегодня мы с вами еще поработаем с ней. Цвета на самом деле просто вау. И сегодня у нас с вами очень такой ограниченный лимит декораций. Решили сделать эфир еще интереснее. Вот эти декорации я хотела вам показать. Это у нас еще одни декорации довышли. Это смайлики. Смайлики, смотрите, какие они классные. Я вам потом покажу их отдельно. И у нас с вами сегодня 5 вариантов. Это 2 шармикона и 3 нейл-дресса. Нестандартные варианты как раз для тех, кто не знает, как их использовать. Будем фантазировать вместе. На самом деле, как вы видите, из них можно творить очень интересные варианты дизайнов. Такие достаточно необычные, молодежные, но при этом очень яркие и эффектные. Так, смотрите, покажу сразу их каталоги. Покажу сразу, здравствуйте, всем девочки, здравствуйте. Кого не видела давно, кого видела даже недавно, все равно всем здравствуйте, всех рада видеть. Смотрите, вот они, эти декорации. Я сегодня буду брать шармиконы номер 188. Я буду брать шармиконы 189. Это у нас Game Over и своя атмосфера. И у нас с вами будут нейл-дрессы, это 76 дудлы, 79 интро-черный и 80 интро-белый. Вот, мы будем работать именно с ними. Почему с ними? Как я уже объяснила, что просто многие мастера не знают, как их можно использовать. И мы, как всегда, даем вам возможность для того, чтобы показать как можно больше вариантов дизайнов, как можно больше вариантов использования. Добрый день, красота такая. Да, девчонки, на самом деле они очень крутые, они очень интересные. Мне безумно нравятся дудлы, они такие прям забавные,
не знаю, вот они мне пришлись прям очень к сердцу. И вот эти на самом деле интробелы фокус. Интробелы на самом деле очень круто подходят под темные оттенки. Коллекция, как вы знаете, у нас достаточно такая в разброс, светлые и темные. И вот для темных оттенков идеально подойдет интробелы. Специально решили выпустить, чтобы разнообразить немножко ассортимент именно вот такими белыми нейл-дрессами. Сразу показываю смайлики. Смайлики такие забавные, задорные. Я знаю, что даже буквально перед тем, как они появились, незадолго, у меня даже клиенты приходили, несколько человек, и просили нарисовать им смайлики, рисовали вручную. Теперь есть возможность воспользоваться ими не только вручную. Вот они, смотрите, дудлы. Смотрите, какие они прикольные вообще. Мне прям безумно они нравятся, такие стильняшные, в то же время веселые. Интересный очень вариант. И это у нас интро-черный. Интро-черный тоже достаточно такие молодежные варианты. Использовать можно на самом деле абсолютно как угодно. Их можно хоть один на другой налепить и оформить это все как-то цветами эмпастой. Будет очень круто. Ну и вот они наши любимые шармиконы. Шармиконы. Вот такой вот вариант Game Over и вот такой вариант Моя атмосфера. Тоже достаточно такие интересные шармикончики. Мне очень нравятся вот эти вот в стиле а-ля 90. Очень сейчас актуально. Ну что, давайте начинать потихонечку. Если есть какой-то заказ по цвету, пишите в комментариях. Я постараюсь увидеть и сделать с конкретным цветом, а так буду, давайте приближаю сразу вас, буду делать тогда на свое пока усмотрение. Я люблю очень на самом деле яркость, очень. Для меня вот зима и осень — это сезон начала чего-то яркого, прям яркого. Почему? Потому что вот мне, честно, не хочется уходить в уныние, в серость. У нас, вы знаете, и так достаточно много всего серого. Поэтому хочется что-нибудь прям. Давайте возьмем наш очень яркий, красивый 340 оттенок Out of Control. Добрый день, девочки. Девочки и мальчики, вдруг у нас и мальчики присутствуют. И давайте начнем что-нибудь с ними фиячить. Сейчас буду фантазировать реально просто вот в эфире вместе с вами. Очень люблю это делать, потому что многие спрашивают, задаются вопросом, как вы придумываете дизайны. Вот поэтому очень люблю это делать в эфире, чтобы вам было видно как раз, как я придумываю дизайны. Сделали вот такой вот ляп. Очень люблю абстрактное нанесение гель-лака. Ляпы, как их еще у меня клиенты называют, вылетело из головы. У меня клиенты даже дали название вот этим ляпом. Вспомню, скажу. Ну вот, на самом деле, называть их можно по-разному. Мазки, ляпушки, ляпы. Ну, без разницы. Абстракция. Как хотите. Но суть в том, что это нам экономит очень много времени. Нам не нужно ничего выводить. Нам не нужно покрывать под кутикулу, стараться туда подойти. То есть идеальный вариант хотя бы на двух ногтях, если вы это сделаете, будет уже интересно смотреться. Так, дальше давайте мы с вами что-то возьмем из нейл-дрессов. Это я беру дудлы, это у нас номер 76.
Вырезаем тот элемент, который хочется сейчас приклеить. О боже, я в восторге от этих зайцев. Вот прям не могу, не могу. Смотрите, какие они крутые. Плей-зайцы. Классные вообще. А далее, если у нас с вами под рукой есть водичка, то мы растворяем слайдер в водичке. Желательно водичку даже брать тепленькую, слайдер быстрее растворится и будет более такой податливый, мягкий. А, так, сейчас не успела прочитать. А, если нет под рукой ничего, то вот так растворяю на салфеточке. А вдруг ляп не так, что-то пойдет. Девочки, ляп не может пойти не так. Ляп на то он и ляп, чтобы пойти по-любому так. То есть здесь нет какого-то критерия, как сделать ляп. Вы просто смотрите, с какой стороны вы хотите его сделать. На самом деле это вот такой вариант, который даже если не получился, непонятно будет, что он не получился. Это тот вариант, когда... Он беспроигрышный, однозначно, просто однозначно. Берем слайдер топ. Спонтанность королева дизайнов, ваш девиз. А, спасибо, королева дизайнов. У меня еще такого звания не было. Новое звание. Благодарю. А, так, подскажите, тема эфира, девочки, может кто-то сможет... написать тему эфира. Тема эфира у нас сегодня коллекция «Эгоизм и новые декорации». Напишите, пожалуйста, я ее прикреплю. Что за шармикон, пожалуйста, подскажите. Какой шармикон? Скажите, я сейчас взяла nail dress. Не шармикон, я взяла сейчас nail dress. Это у меня nail dress 76 дудлы. И вырезала оттуда небольшой участок. Конкретного зайку. Беру слайдер топ. Все слайдеры, все nail dress, nail крусты мы с вами сажаем на слайдер топ. Я пока не знаю, куда я прикреплю своего зайца. Поэтому могу тонко нанести на всю поверхность. Сушим 15-30 секунд для того, чтобы у нас схватился слайдер топ. Слайдер топ, он идеален, просто идеален для нанесения слайдеров. 15-30 секунд этого достаточно для того, чтобы мы могли этот слайдер приклеить, он зафиксировался, но при этом у нас останется дисперсия, и мы с вами сможем спокойно его подвигать, если вдруг он как-то не так сел. Подсушили. Вот таким образом отодвигаю слайдер с подложечки и наношу, вот решила, видите, нанести сюда лапоуха своего. То есть фантазирую просто вот вместе с вами. Беру, прикладываю, смотрю, куда мне хочется. Разглаживаю его. Даже если у вас какие-то мелкие складочки останутся, девочки, ничего страшного. А, на самом деле нейл-крусты, они настолько тонкие, что вот эти все мелкие складочки, даже если они где-то есть, они ультрабондом сейчас у вас растворятся, и их не будет заметно. Дальше моя задача как раз-таки нанести ультрабонд. Что такое ультрабонд? Ультрабонд — это у нас грунтовочное средство, также называемый двусторонний скотч. В нашем случае ультрабонд действует как растворитель для пленки от слайдера. Пленки, на которой держится краска, вот этой тонкой пленочки. Он растворяет эту пленочку. Плюс работа слайдер топа, который тоже дорастворяет ее. И у нас дизайн с вами носится от коррекции до коррекции за счет того, что, ну, по факту сам слайдер превращается в состояние просто краски.
Сохнет он 30 секунд, 1 минуту на воздухе. После этого мы должны с вами взять снова слайдер топ и тонко перекрыть, можно уже чисто сам дизайн. То есть можно уже не покрывать весь ноготок, а только сам слайдер. Просушиваем еще 30 секунд. И далее, если мы работаем с вами шармиконами, мы просто со слайдер-топом можем снять дисперсию. На слайдер-топ шармиконы тоже будут очень хорошо крепиться. Возьмем шармиконы отсюда и доработаем с вами дизайн этими шармиконами. Еще раз напоминаю, это у меня шармиконы, Game Over и своя атмосфера 188 и 189. Видите, я даже обвела их для вас, чтобы было видно. Далее я беру ватную салфетку, не ватную, безворсовую салфетку. Я беру Евроклинсер, обезжириватель, и убираю дисперсию со своего слайдер топа для того, чтобы была возможность приклеить шармиконы. Шармиконы клеятся на поверхность без липкого слоя. Очень часто мне пишут в директ, несмотря на количество наших с вами эфиров, где я подробно все разжевываю, слайдер топ путают с топом Теклас и шармиконы путают с нейлдрессами. Слайдеры клеятся на слайдер топ, шармиконы на топ Теклас. Шармиконам не нужна дисперсия. И начинаю дальше фантазировать. Я могу своему зайчику приклеить сердечко. Он же у меня миленький. Приклеили ему сердечко. И тут же мы ему можем добавить вот такие мы жестокие. Game over. Ну, жизнь такая. Где-то любят, где-то не любят. Далее я перекрываю все топом. В моем случае я возьму топ Вельвет. Это матовый топ без остаточной липкости. Если на клиентах вы переживаете, что у клиента плохо носятся, допустим, там декорации, или клиент очень активный, вы переживаете, что он плохо будет носить, возьмите, перекройте сами шармиконы тонко-тонко топом Теклас сверху, а далее уже фиксируйте матовым топом Вельвет, и все будет носиться от коррекции до коррекции. Я не буду тратить время на Теклас, я просто перекрываю все матовым топом. Все, подсушиваю, матовый топ сушится 2 минуты. Если мы хотим вдруг чем-то доработать наш дизайн той же эмпастой, мы берем эмпасту, допустим, я возьму Black Tar, черная смола. Я беру эмпасту, беру кисть. Матовый топ я могу тогда подсушить 30 секунд, доработать все эмпастой и только после этого уже просушить окончательно 2 минутки. Чтобы не тратить время, вот таким образом я немножечко сэкономлю его. Беру эмпасту, ну, я выложу себе на перчатку. И можно доработать, либо сделать какие-то мазки, либо сделать какой-то абстрактный такой вот кантик. Очень круто смотрится сочетание матовый топ и глянцевая эмпаста. Просто провожу, обвожу по факту частично то, что я до этого делала. Частично подчеркиваю, такую отбивку делаю.
где-то тонко, где-то потолще, и смотрится очень интересно такой вариант. Зайца не трогаю, вокруг как бы зайца сделала. Все, теперь сушим. Теперь сушим с вами уже окончательно 2 минуты. Как приятно после выходного. Так, какое время просушки? Текласа. Поняла, текласа перед матовым топом. 30 секунд достаточно, в принципе. И потом уже покрываете. Если вы конвейером делаете, вы просушили вот эту, этот пальчик, потом наносите здесь, этот просыхает. И вот так вот конвейером 30 секунд, в принципе, вполне достаточно. Смотрите, вот такой у нас забавный с вами получился вариант дизайна. Ну, прикольно же. Очень стильный. И не обязательно вы должны сделать все оставшиеся ногти розовым. Они могут быть камуфляжные. Очень сейчас это, кстати, актуально. Либо они могут быть у вас молочного какого-то оттенка. Два ноготка выделить вот таким образом. Один вот с этой стороны, один, допустим, сверху. Представляете, вот яркое пятно. То есть такая достаточно спокойная рука и вот таких два ярких пальчика. Очень круто будет смотреться. Все, просушиваем окончательно 2 минутки. Т9, я поняла, да, что у вас Т9 балуется. Почему вельвет сразу после лампы на твине? Алина Калажа, видимо, тоже Т9, пина колада сразу пожелтел. Девочки, он восстановится, то есть вот эта желтизна, она только после лампы у него может выскочить, то есть буквально через там 5-10 минут он восстановится и желтизна уходит. Это вот именно после лампы может быть, не всегда, может быть, если чуть толще нанесли слой, может быть вот такая особенность, но эта желтизна, она тут же у вас уйдет абсолютно, стопроцентно, потому что я даже белый цвет перекрывала матовым топом, и все было вообще шикарно. Где взялись зайчика? Это у нас Nail Dress Doodle. 76-й Nail Dress Doodle. Вот он. Вот такой тут есть зайчик. Классный. Тут и смайлики бомбовские. Вообще кайф. Далее давайте следующий делаем с вами ноготок. Вот такая у нас сегодня интересная тема. Девочки, ну напишите кто-нибудь, пожалуйста, эгоизм, коллекция эгоизм и новые декорации, чтобы я могла прикрепить. Потому что вот кто вновь у нас прибывшие, девочкам непонятно, что мы с вами рисуем. Предыдущий эфир по верхним формам, девочки, не смотрела еще, честно. Загрузили или нет, думаю, что прямо на днях загрузят. Я сегодня напишу, спрошу у девочек, когда они будут загружать эфир. Обязательно загрузят, не переживайте, все новинки обязательно всегда выгружают. То есть, если вот какой-то эфир там просто и то все выгружают. Если какой-то эфир по чему-то уже имеющемуся, и то коллекция газет. Давайте. Так, нет, прикрепить комментарий. Инстаграм меняется каждый божий день. Каждый раз заходишь, и что-то в нем новенькое. Так, спасибо за помощь, девочки. Поэтому не переживайте, обязательно по верхним формам эфир загрузится. Так, дальше давайте возьмем что-нибудь другое. Давайте попробуем со спокойным цветом потворить дизайны. Тоже достаточно интересно будет смотреться. И потом мы сделаем обязательно что-нибудь с белым интро. Возьмем какой-нибудь темный оттеночек. И тоже с вами обязательно что-нибудь придумаем. Давайте сделаем что-то типа обратного френча. То есть даже такая вот, казалось бы, классическая стилизация покрытия. А очень можно интересно оформить наш дизайн. Нанесли. Это у нас 345 оттенок. Вот смотрите, такой он красивый. Нежно-розовый с небольшим мерцанием.
Не знаю, будет ли вам сейчас это видно. Вот, вот так видно. Так, теперь удалить. Отдалить не могу. Так, что-то на видео я тут видела ворсиночку. На видео, боже мой, на приближении. Вы меня поняли. Я что-то заговариваюсь. Понедельник он такой. Так, все, ворсинки убрала, поправляю свое покрытие и отправляю в лампу. Дальше давайте возьмем что-нибудь другое. С фиолетовым. Хорошо, сделаем с фиолетовым. Без проблем. После этого давайте сделаем фиолетовым. Берем сейчас теперь следующий nail dress. Это у нас интро-черный. Сразу говорю, вот смотрите, если мы с вами возьмем фиолетовый, тот же, допустим, 341 оттенок, и я попытаюсь на него сделать черные декорации, что произойдет? Просто-напросто будет не видно, правильно? Оно будет сливаться. Поэтому как раз вот для таких вариантов и есть вот такой вот идеально подходящий вариант интро-белый. Девочки, возможно, его еще не выложили. Возможно, его выложат сегодня, завтра буквально. Давайте возьмем вот такой мухомор прикольный. Прям возьму его вот тут вот с листиками, со звездочками. Вот хочется мне мухомор сделать. Растворяю его. А рядом с мухомором могу прикрепить вот такого либо зайца, либо вот таких чертиков. Давайте чертиков сделаем. Смайлики а-ля ангел и демон. Такие приколюхи. Опасный у нас дизайн, опасный мухомор. Здравствуйте, всем здравствуйте. Так, подсох у нас оттенок, и мы также наносим с вами слайдер топ. Работаем со слайдер топом. То есть, видите, даже вот такие, казалось бы, несовместимые вещи, как вот эти вот три nail dress плюс 2 шармикона можно совмещать спокойно в одном дизайне, при том не в одном даже количестве. Их можно с ними играться как угодно. Это сейчас очень актуально, очень стильные получаются дизайны. И вот такой возьмем, давайте этот раз вот этот с вами шармикон. Подсыхает все. Я беру nail dress и вот так вот его стягиваю, приклеиваю вот сюда. Даже если он не полностью у меня вдруг приклеился, ничего страшного. Делаем вид, что так и задумано, а так действительно задумано. И следующий сразу nail dress. Второй вот этот, который мы с вами выбрали, кусочек, фрагмент, я могу вот сюда приклеить. Ангелочки. Если у вас нахлёст пойдут один и второй nail dress, можно, смотрите, можно первый nail dress покрыть ультрабондом. И верхний nail dress, верхний фрагмент на ультрабонд очень хорошо приклеится. Теперь покрываю полностью все. Полностью все. Убираю остатки, если они здесь были. Можно взять просто
бафик или пилочку, а можно сбоку прям, видели, да, я прошла сбоку ультрабондом, и он у меня сам растворился, снизу просто остатки сняла пинцетом. Теперь перекрываю все. Здравствуйте, девочки, всем здравствуйте, всем доброе утро. Всех рада видеть, у кого-то может даже уже и не утро. Покрываю тонко-тонко, видите, прям очень тоненько, чтобы у меня не было лишней толщины. Если вы будете покрывать с толщиной, представьте, один слой, второй слой, не дай бог, третий слой, у вас, соответственно, это все выскочит в такую плюшку, в толстенький-толстенький пирожочек. Нам это с вами не нужно на клиентах, клиентам это тем более не нужно. Клиенты хотят видеть ноготочки максимально тоненькими, максимально аккуратными. В лампе сушить не нужно, кого не нужно. Nail dress можно зафиксировать немножечко в лампе и после этого перекрыть ультрабондом. Можно перекрыть ультрабондом, потом зафиксировать в лампе. Несколько секунд для того, чтобы у вас nail dress не пополз за кистью топа или того же ультрабонда. Можно. Я люблю все-таки их фиксировать в лампе. Может быть, я здесь просто сейчас заговорилась с вами, не зафиксировала. Обычно я фиксирую их в лампе обязательно. Дальше мы с вами убираем дисперсию со слайдер топа. И хочу, как мы уже решили, приклеить что-нибудь из декораций. Можно что-нибудь такое яркое, поярче. Так, что у нас? Вот сюда мне хочется еще вот такой вариант приклеить. Загрузка. Перезагрузка у нас пошла. И сверху матовый топ. Сверху матовый топ. Хочется, можно еще украсить все это эмпастой. У нас есть эмпаста яркая, к розовому она очень хорошо подойдет. Это Bubble Gum. Это наши 4 классических неоновых эмпасты. Базовый ассортимент, она вот такая вот прям яркая-яркая. Можно добавить пару мазков этой эмпастой. Взять вот так вот какие-нибудь ляпы поставить. Знаете что? Сейчас сделаем. Берем кисть мою рабочую. Будем делать прям ляпы. Берем мою рабочую любимую кисть. Ну, кисть, щетку. Щетку. Вот такая вот щетка, она у меня рабочая, специально под ляпушки, как их девчонки называют. Эмпасту набираем небольшое количество, выкладываем прям на палитру. И вот таким вот образом мы ставим с вами пару таких вот ляпов. Добавляем чуть-чуть яркости нашему дизайну. Точки на грибочках. Да. Можно, кстати, точки на грибочках тоже очень прикольно будет смотреться. Яркие такие, неоновые. Это, знаете, уже из серии, что все совсем плохо. Уже начала не по-детски. Так,
Ну что, дальше у нас был заказ с вами на фиолетовый. Давайте выполнять заказ. Давайте придумывать что-нибудь, играться с фиолетовым. Фиолетовый на самом деле очень красивый цвет, очень такой прям необыкновенный, с переливами. Шикарный оттенок, 341. Очень красивый, у него вот такой вот перламутр красивый. Он сам по себе цвет очень шикарный. Еще и вот этот вот перламутр необыкновенный. Очень смотрится эффектно прям. И при том и под матом, и под глянцем. Я люблю трэш. Ну, все равно, вот поверьте, если вы будете, во-первых, себе это на ногтях делать, во-вторых, сами будете это носить, потянутся к вам клиенты, вот, которые будут любить то же самое. Это уже проверено неоднократно. Чем больше вы себе будете делать вот таких дизайнов, если их вы любите, то просто вообще не стесняйтесь. Вот потянутся к вам клиенты, именно любящие такие дизайны. Притягиваются. Ну, притягиваются. Это уже проверено неоднократно. Хотя бы вот 1-2 человека у вас обязательно появятся из тех, кто с удовольствием сделает что-нибудь в том же духе. Давайте сделаем что-нибудь тоже хаотичное. Какой-нибудь вариант с капелькой хаоса. Вот так, допустим. И подсушиваем. Сюда мы можем с вами взять, как мы уже договаривались, интро-белый. Вот этот вариант. Ну, там у нас был с вами мухомор. Давайте возьмем что-нибудь другое. Вот, а-ля, кто это у нас? Симпсоны, по-моему, да? Вот такой вариант возьмем. Вот такой вариант возьмем. И наносим топ-слайдер. Также я наношу тонко-тонко на весь ноготок, потому что я не знаю, где я приклею свой элемент. Сушим 15-30 секунд. Похож на пятничный сет. Так, подсушили. Далее снимаю с подложки и приклеиваю вот сюда. Решила приклеить сейчас вниз, потому что здесь больше всего темного, и здесь будет лучше всего читаться как раз-таки мой элемент. Если он у вас меньше, то его можно и сюда, в принципе, приклеить. Очень будет классно смотреться и посередине. Но так как у меня элемент достаточно масштабный такой, то я его приклею вниз. Далее беру ультрабонд и ультрабондом растворяю пленочку.
чуть-чуть зафиксировала в лампе и наношу слайдер топ. Слайдер топ. Слайдер топ. Просушим сейчас и снимаем также дисперсию для того, чтобы приклеить шармиконы. Если у вас nail dress подходит близко, либо выходит за рамки свободного края, либо близко подходит, вы можете пройти бафом, чтобы наверняка, чтобы не попала туда часть nail dress, вы можете пройти бафом и излишки снять с торца. Тогда 100% у вас как раз слайдер топ перекроет все и будет носиться очень все хорошо. Нет, сейчас увидела, что этот ярче. Не поняла, о чем речь. Вот, но... Так, теперь я снимаю дисперсию. И добавляю какие-нибудь декорации. Сюда же можно добавить что-нибудь. Что-нибудь из приколюх. Вот этих вот смотрим, что нам подойдет сюда. И что будет читаться. Смотрим, что подойдет и что будет читаться. Очень классно то, что у нас, видите, все шармиконы, они у нас на прозрачной подложке. За счет этого очень хорошо видно, что куда можно обыграть. Это на самом деле круто, потому что иногда не представляешь, что ты хочешь приклеить, но при этом, смотрите, приложил и посмотрел, что где будет смотреться. Это очень классно. Что такое дисперсия? Это липкий слой. Липкий слой, который есть практически у всех материалов. Для липкий слой служит как связующее звено между одним и вторым слоем. Практически все материалы идут у нас, кроме финишных покрытий. Некоторые финишные покрытия идут без липкого слоя. Остальные материалы идут с дисперсией, с липким слоем для связки между собой. Вот такой вот вариант у нас получился. Можно еще, да, также задекорировать, добавить, если хочется, чего-нибудь яркого. Можно какой-нибудь элемент задекорировать также эмпастой. Можно слезу выделить, подчеркнуть, прикольно будет. Можно взять и вот таким вот образом прорисовать вот это слово эмпастой, просто продублировать. По факту это несложно, потому что здесь вам не требуется самим что-то изобразить. У вас на самом деле уже все готово, вам просто это продублировать. Но смотрится уже интересно. Можно как раз было обвести а-ля 90-е, этот вариант, этот элемент. Тоже интересно бы смотрелось. Чисто вот что-то взяли и подчеркнули. Не обязательно ставить крапинки, крапушки. Не обязательно делать какие-то мазки. Можно вот таким вот образом подчеркнуть. Уже будет прикольно. И мне сейчас это в голову только взбрело.
Мы можем ей сережку нарисовать. Смотрите, как прикольно. Вроде бы какой-то такой очень маленький элемент, но смотрится классно. Так, спасибо вам за идею. Девочки, всегда пожалуйста. На самом деле понимаю, что некоторым это дается тяжело, ну, сложно. Для этого у нас и проводится очень много эфиров. Кто-то начинающий мастер и не понимает еще, как это компоновать, как с этим работать. Кто-то, в принципе, ну, есть же девчонки, у кого фантазия работает медленнее, чем у других. Поэтому, ну, это все специально делаем для того, чтобы вам помочь в работе. В любом случае, у кого-то одни идеи, у кого-то другие идеи, и очень полезно друг с другом делиться этими идеями, потому что в результате в скопе получится, конечно, в 2 раза, в 3 раза и в 4 раза больше вариантов для ваших клиентов. И это очень классно. Смотрите, какие у нас интересные получились варианты. Всего лишь с 3 нейл-дрессами и 2 шармиконами. Очень ограниченное количество цветов, декораций, но при этом творить можно что угодно. Я рада, что вам нравится, я рада, неоднократно еще будем проводить эфиры с дизайнами, я вам обещаю, на моем аккаунте очень много идей с дизайнами. Сегодня на аккаунте Екатерины Николаевны проведем с вами еще эфир по краскам шторм, также будем с вами работать с декорациями. И, девочки, на моем аккаунте сегодня вечером тоже проведу эфир, очень много вопросов. Как перестать бояться, как побороть страхи и начать рисовать, начать работать. Такой эфир на поговорить, но очень многих девочек он волнует. Сегодня вечером выложу обязательно сторис предварительно. Сегодня вечером проведу такой эфир, потому что я смотрю, что у многих есть такой стопор, и многим сложно оторваться от начальной точки и сделать первый шаг. Все, я надеюсь, что эфир вам понравился, эфир вам был полезен, творите, отмечайте обязательно меня в сторис, я буду с удовольствием смотреть на ваши результаты, на ваши достижения. Всем хорошего дня, со всеми прощаюсь, до новых встреч!